Товар привез? Сначала деньги. 100 штук. Тогда по рукам. А это что еще за фокусы? Столько крутых тачек и ни одного реального пацана! Я! Это есть! Значок твой? Выдаешь сестру замуж за напарника? Проснулась, хоп, в постели, коп! Кори лучший организатор свадеб по всей Атланте. Дальше вы делаете вот что. Не смей мне указывать, женщина! А то что будет? Я восстану! Не показать как! Ау! Вентилятор пытался меня убить! В Атланте всех новых дилеров снабжает Антонио Поуп из Майами. Нарой о нем побольше. Дайте 2 дня. Собирай команду и вперед! Майами? Что, и я поеду? Ты, главное, вернись и на свадьбу не опоздай. Дорогая, стринги не видела? В моем верхнем правом ящике. О, боже. О, нет, в своем ящике для трусилей нашел. Сначала навестим полицию Майами. Пусть знают, мы в городе. Алло, ты что, больная? Это мой стол. Оу! Ущемление мягких тканей. Детектив Пейтон. Детектив Круз. А вот руки я тебе не подам. Поуп двигает контрабанду через порт. Вы поможете мне поймать его с поличным. Нужна маскировка. Имя? Принц-адмирал Стивен Матумбе. Плюс 2 моих слуг. Я тебе не слуга. Ты будешь тем, кем я скажу! Знак уважения. Я не чувствую лица. О, да у нас гости. Ай-яй! Гони! Сейчас. Ты поворотник включил? Вредная привычка! Шурин и свояк, железный кулак. Еще раз это скажешь, выстрелю в лицо. Приезжай немедленно. У меня свадьба в субботу, и уже не важно с кем. Бросайте оружие! Меня! Сам бросай! Опустите быстро! Пистолет! Опять? У меня нервы больные, блин! О боже, он зомби! Огонь по ходячему мертвецу! Нет! Миссия в Майами.